Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 451. И нам нужно представить в виде суммы произведения. И пункт А 24 умноженное на 4. Значит, у нас будет сумма, состоящая из 4 слагаемых, и каждая слагаемая будет равняться 24. 24 плюс 24 плюс 24 и плюс 24. Пункт Б. К умноженное на 8. У нас будет сумма из 8 слагаемых. Каждая слагаемая будет равняться К. К плюс К плюс К. Это третий раз. Плюс К 4 плюс К 5 плюс К 6 плюс К 7 и плюс К 8. Пункт В. Х плюс y умноженное на 4. 4 раза у нас будет входить слагаемое х плюс y. Х плюс y раз плюс. Х плюс y 2 плюс. Х плюс y 3 и плюс х плюс y 4. И пункт Г. 2а минус b умноженное на 5. 5 слагаемых, каждая из которых равняется 2а минус b. 2а минус b 1 минус, о, то есть плюс 2а минус b 2, 2. 2а минус b 3 плюс 2а минус b 4 и плюс 2а минус b. Выполнили задание 451. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.